Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Лариса Маликова, на канале Дивная Птица. Вот, хочу вам показать гусиное яйцо. У меня попросили вывести гусят. У меня такого опыта нет. Первый раз. Вот, и одно яйцо получилось большое. Я сомневалась, вот оно какое посреди лежит. Я сомневалась, что это, так думаю, что же будет с этим яйцом. Но вот сейчас проверила на оплот. 10 яиц, все оплот. Это если считать осень. Осень, да? Замечательно вообще. Это не мои гуси. Вот мне просто попросили, чтобы я вывела родственники, брат. Ну вот яйцо это такое крупнющее. Сейчас я авоскопировала. Там два зародыша. Все, 10, все оплот. А там два зародыша. Вот будем наблюдать, что же получится. Получится у нас два цыпленка с него. Или нет, или не получится, или все-таки будет развиваться один. Но в данный момент оплот два. И еще он попросил у меня утят французов. Я заложила 19 яиц, 4 из них кровяное кольцо и 15 оплот. Вот. Так что будут они расти, гусята с утятами, с французами. Буду наблюдать, что получится из этого яйца. Будет замечательно. Но я сомневаюсь, наверное, что будет два гусенка в одном. Наверное, один. Или вообще ни одного. Один одного задавит. Но яйцо очень крупное. Вот. Я даже, если честно, не спросила, что это за гуси. Вот буду звонить, узнаю, что это за гуси. Буду держать вас в известности, что у нас получится при инкубировании. Конечно, буду относиться к этому яйцу, да и вообще ко всем по-другому, чем к своим. Я никогда не караулю ночь с этим инкубатором. Все происходит само собой. Только вытаскиваю. Но здесь придется понаблюдать, потому что это мой первый опыт с гусятами. Буду наблюдать. Потому что даже самое интересно, что получится с этого яйца. Так что вот инкубация не заканчивается. Думала, все, последнее. Но брат попросил. У него гуси занеслись. Я даже сомневался, думаю, если они только занеслись, ну, наверное, оплода как такового, наверное, будет плохо. Все 10 яиц, все оплод. Замечательный, значит, гусак, производитель. Вот такие новости у меня на сегодняшний день. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будем вместе наблюдать за инкубацией. Буду ставить вас в известность. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего хорошего.